Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Код изобилия». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание гороскопу на ноябрь 2021 года и поговорим о знаках зодиака, для которых ноябрь принесет удачу и везение в деньгах. Обязательно досмотрите это видео до конца, вы будете знать, как к вам относятся звезды и планеты в ноябре 2021 года. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Код изобилия», ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вы знаете, ноябрь – предпоследний месяц этого 2021 года для некоторых знаков зодиака будет достаточно удачным. И удача и везение в деньгах будет у этих знаков зодиака. И дело в том, что это будет не просто какая-то такая удача, это будет особенная удача. И этим знакам повезет больше всех в ноябре 2021 года. Кто же эти счастливчики? Давайте далее более подробно поговорим. И начнем мы со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, в ноябре вы будете жить без особых проблем. И удача будет вашим верным спутником весь ноябрь 2021 года. В первую очередь вам будет достаточно вести в делах, которые будут связаны с деньгами, а также с вашей работой. Проблемы с деньгами, если они у вас будут, то будут решаться без каких-либо особых хлопот и без каких-либо затяжных проблем. Некоторым овнам можно даже рассчитывать на серьезное укрепление материальной базы. И это может, например, произойти за счет, например, наследства какого-то или выигрыша. Также, уважаемые овны, на работе вы можете рассчитывать на интересный и перспективный проект. При этом это будет не один проект, а это будет несколько. И деньги вы уже сможете получить за эту работу уже даже в конце ноября. Также у многих овнов появится шанс проявить себя только с лучшей стороны, а это в перспективе может принести не только хороший заработок, но и долгожданное повышение, о чем овны очень сильно переживают и хотят встретить 2022 год уже в радости и с деньгами. Следующий знак зодиака, которому также ноябрь 2021 года принесет удачу и везение в деньгах, это знак зодиака Телец. И, уважаемые тельцы, к вам будет благосклонна фортуна. У многих получится наладить свою личную жизнь и выбраться даже из финансовых проблем. И, уважаемые тельцы, с личной жизнью вам повезет, особенно тем, если вы одиноки, если у вас нет пары. У вас будет неплохая перспектива завести сначала новое и интересное знакомство, которое со временем перерастет в роман, а далее в полноценную семью. Главное, уважаемые тельцы, не спешите это все провести именно в ноябре. Лучше не спеша, потихоньку у вас все будет получаться в плане личной жизни. А вот проблемы, которые связаны с деньгами в ноябре, уважаемые тельцы, вы сможете решить уже за счет дополнительного источника. И этот дополнительный источник, именно звезды, говорят нам о том, что вам будет очень легко найти. А вполне возможно, он может оказаться при этом не временным, а постоянным. Так что, уважаемые тельцы, у вас все получится в ноябре. Следующий знак зодиака, которому ноябрь принесет и удачу, и везение в деньгах, это знак зодиака Лев. Уважаемые львы, у вас будут неплохо обстоять дела, особенно у тех, кто в ноябре решит сменить работу или, как вариант, начать какое-то свое новое дело. Менее чем за две недели в ноябре вы сможете показать себя в новом коллективе или, как вариант, наладить деловые контакты и полноценно запустить бизнес. Уважаемые львы, для вас
Ноябрь будет достаточно стремительным и быстрым таким месяцем. Вы даже не заметите, как буквально за маленький период времени в ноябре вы сможете достигнуть определенных высот. Также в рабочей сфере, уважаемые львы, вы можете рассчитывать на продвижение вверх по служебной лестнице, и неплохое материальное поощрение вас также ждет. У кого-то может даже образоваться перспективная даже рабочая поездка, которая принесет вам множество новых деловых контактов, которые будут полезны в самом ближайшем будущем. Уважаемые львы, также в ноябре неплохими будут и ваши дела финансовые. А вот поправить свое материальное положение вы сможете за счет возврата старых долгов или продажи чего-то дорогого. Обратите на это внимание, уважаемые львы. Далее весы. Уважаемые весы, а для вас ноябрь окажется весьма неплохим и продуктивным месяцем. Многие из вас могут решить целый ряд давних проблем, а также приведете в порядок свою личную жизнь. Среди таких давних проблем могут быть у вас финансовые споры, проблемы имущественного характера, например, это может быть наследство или раздел имущества, например, при разводе. Но, уважаемые весы, именно в ноябре не забывайте о проблемах с вашим здоровьем. Вопросы такого рода смогут решить весы в указанный период. В отношении личной жизни все также будет очень хорошо. У некоторых получится избавиться даже от старых и порой токсичных отношений. Особо удачливые смогут начать даже новые отношения. Следующий знак зодиака, которому будет удача и везение в деньгах в ноябре 2021 года, это знак зодиака Водолей. Уважаемые водолеи, у вас в ноябре появятся перспективные варианты. Вам повезет в работе, с деньгами, с личной жизнью. На работе не следует, правда, сбавлять вам темп, если уже, например, вы взялись за какое-то масштабное дело или проект. Делайте, доводите его до конца. И по итогам его выполнения вы сможете получить не только премию, но и новую должность. Поэтому оценивайте то, что может быть в вашей жизни. Также у некоторых водолеев появится возможность увеличить свои доходы за счет дополнительного заработка или иного дохода. И здесь в первую очередь следует обратить внимание на банковские вклады или, как вариант, ценные бумаги. Но, уважаемые водолеи, не забывайте и о своей личной жизни, потому что у вас в ноябре звезды говорят о том, что могут возникнуть перспективное знакомство, которое не только поможет вам именно в работе, но и также, возможно, вы сможете улучшить свою личную жизнь.